Настоящий футбол из самого сердца футбольной Европы. Английская премьер-лига на ваших экранах. Потрясающую атмосферу постараемся передать вам мы, Константин Генич и Георгий Черданцев. Итак, состав Свонси. Нужно выходить. Душ Санту Шавейру. Мяч в воротах. И это гол. Быстрый гол – это всегда интересно, это всегда весело. Особенно, когда он забит после первого же удара по воротам. Давайте спросим моего коллегу Константина Генича, что он думает о команде гостей. В самом начале сезона перед командой ставилась вполне четкая задача – выход в Лигу чемпионов. Но, видим… Он накручивает соперников одного за другим. Неплохо, хороший пас получился. Удар! И это удар! Зарядил в небеса. Душ Сантуш Авейру. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. С углового мяч будет введен в игру. Душ Сантуш Авейру. Теперь в атаке соперник. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. На пару решили разыграть эту комбинацию. Мелкадзе. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент для удара. Душ Санту Шавейру. Мяч ушел на угловой. Вратарь решил отбить мяч. Решил пробить. Ушел мяч. Удар от ворот. Джек Кор. Потерял он мяч, но кому он достанется? Это может быть опасная атака. Такой подкат, а, как из учебника. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Душ Сантуш Авейру. Посмотрим за этой атакой. Это шанс! Забивай! Вратарь! Вот это сейв! Лукас Моура. Может получиться интересная атака. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Душ Сантуш Авейру. И пробил. На месте голкипер, все в порядке. Мяч уходит на угловую. Сумели Юмтити. Голкипер справляется с этим ударом на отлично.
А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Душ Сантуш Авейру. Пока неплохо. Легко. Момент! Забивай! Душ Сантуш Авейру. И он забивает. Перевес в счете, следствие перевеса в игре. Инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и следствие всего этого на табло. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на загляденье. Джек Кор. Атака остановлена, но кто получит мяч? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мелкадзе. Лукас. Георгий Мелкадзе. Душ Сантуш Авейру. Отлично сыграно, надо решать. И эта игра... Опасно! Душ Сантуш Авейру. И это удар! Да, это совсем не точно. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Душ Сантуш Авейру. Отличный момент! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. В этой атаке оборону пройти не удалось. Тут может что-то получиться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Мяч у вратаря, все в порядке. Пошли последние 15 минут. Ну-ка, ты можешь... Душ Сантуш Авейру. Гол! Мяч в сетке! Есть хет-трик. Прекрасная игра. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. И удар должен последовать. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Удар, опасно. Момент для удара. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Пол команды обыграл. Ничего себе. Решил пробить. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Судья назначил угловой. Защита надежно играет. Мяч отобран. Может получиться интересная атака. Хорошая передача. И здорово играет защитник. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Лукас. И заканчивает судья мучение.